Здравствуйте, меня зовут Васильева Юлия. Я являюсь мамой замечательного малыша Васильева Артюшки. К сожалению, так сложилось в жизни, что я самостоятельно занимаюсь лечением ребенка и его воспитанием. У Артемия серьезный диагноз – шунтированная гидроцефалия. Это приобретенное заболевание. Малыш родился совершенно здоровым и развивался, опережая сверстников. Беда пришла нежданно в наш дом, когда Артемию было 7 месяцев. И вот уже на протяжении 5 лет ребенок нуждается в регулярных реабилитациях. Сейчас нас ожидают в медицинском центре «Сакура», где Артемий уже прошел не один курс лечения и привез оттуда отличные результаты. Но сумма счета неподъемная для меня одной. Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи в лечении своего малыша. Очень надеюсь на вашу поддержку и понимание. Спасибо.